Всех приветствую на своем канале. Сегодня очередное видео «Пустые баночки косметики за сентябрь месяц». Кто любит такую роду видео, всем приятного просмотра. Ну, давайте начнем с простенького. Закончилась жидкость. Французская марка, продается в Ашане. Космия. Я брала именно мицеллярная вода «Свежесть» с экстрактом пиона. Очищает, удаляет макияж, увлажняет для нормальной комбинированной кожи. Стоит 100 рублей. Хватает на 2 недели этого тюбика. Хорошо снимает макияж. Не оставляет остатки макияжа. Очищает кожу, тонизирует. Нет раздражений, не щипит, ничего. Хорошая мицеллярная бюджетная вода. Попробуйте, берите. Делает Франция. Далее из фикс прайса 30 защитный вот крем от загара, гель алоэ вера, бурые водоросли для всей семьи, здесь у нас 125 миллилитров. Я не себе брала, а маме. Когда мы ездили загорать, он нифига не работает, и он очень, я бы сказала, жидкий, не берите, вот видите. И я его просто выкидываю, мне некому даже отдавать, потому что если он не работает, что. Видите, он такой жидкий, пахнет алоэ, вот, ну, вообще не работает, не берите в следующем году в фикс-прайсе такую хрень. Следующее. Закончился новосвит бальзам для огрубевшей кожи, ступней ног, трещин и потертостей. Ухоженные ногти, результат предупреждения и устранения микротрещин, потертостей. Вот, 100 мл, тоже где-то стоит 100 рублей. Он такой консистенции, гелевой немножко образности. Я уже не помню, аромат такой. Ну, я не могу сказать, что резкий какой-то. Да, он увлажняет ноги и пяточки, и ступней. Но не предупреждает и устранение микротрещин и потертостей. Он этого ничего не делает. Рекомендовать только если для увлажнения. Все. Вот новосвит. Далее. Закончился у моего любимый детский креп. Гипоаллергенный. Флоресан марка. Тут 200 мл. Постоянно берем. Ей очень нравится. Он легкий, нежирный. Увлажняет. И гипоаллергенный. Вот такой тюбик. Даже не могу ничего показать. До такой степени мама его использовала. Вот. Очень хорошие. Мне нравится. Один раз тоже им пользовалась. Никаких претензий нету. От нуля плюс. Бывает еще вот флоресан, детский крем в детском отделе. В Ашане продается, только немножко другая бошка. Но вот этот самый лучший вообще. Далее. Закончился Гарньер. Дезодорант 48 часов. Приятный аромат, защищает от пота, буду брать еще, и мне нравится сам дизайн, удобно очень пользоваться. Закончился у мамы гель для душа, именно марки Ашан, увлажняющий, гель для душа нежность, с экстрактом мандарина и зеленого лимона, без парабена, стоит он там 80-90 рублей, аромат бомбический, он такой гелеобразный, дает заряд энергии, свежести, бодрит, очень хороший. Даже если вечером после работы использовать его, или утром, чтобы проснуться, идеальный. Далее, закончился у мамы тональный крем с AliExpress, BB крем. Он с апельсинкой и такой цвет, 30 мл. Я такой тоже уже испробовала, вот так он выглядит. Он хорошо увлажняет, вот немножко осталось. Матирует. И мне здесь очень нравится аромат. Я думаю, еще потом закажу такой. Я заказывала, но мне не пришел, кто-то украл его, и я уже забыла, думаю, надо второй раз еще третий заказать. Он увлажняет, матирует, маскирует и подстраивается под ваш цвет лица. Вот.
Там 4 цвета вроде бывает и недорого стоит, достаточно чем-то рублей. Далее. Обычный закончил изыск для снятия ласка, без ацетона. Просто ласк. Далее. Закончился вот такой лечебный левомиколь, мазь. Вот. Ее используют, когда вам надо что-то снять, микробы, бактерии, например, ранка какая-то, там царапина, даже если какой-то гнойничок. Ее даже собакам прописывают после операции, ну, когда серьезно какие-то. Очень отличная мазь, бюджетная, но она жирная. Она такая густая, вот. Ее лучше наносить на ночь. И на следующий день снимает зуд, ну, гной, вот. Когда, ну, вы поймете сами. Очень хорошая мазь, лечебная. Далее будет опять из фикс-прайса гель-скраб-маска. Не знаю, многим нравится, мне тоже сначала понравилось. Но потом я со временем поняла, стоп. Акне глубоко очищает поры, деликатно отшелушивает, подсушивает. Я его не могу никогда бить и не использую. Скраб ужасный. Маска на меня не действует. Гель какой-то такой вот образный. Хоть тут состав вроде хороший, потому что здесь входит борная кислота, салициловая и ромашка. Но на мне он вообще не действует. Или здесь что-то другое добавлено, я, короче, не рекомендую. Тут 160 миллилитров. Их двух видов, бывает еще зеленый. Ну, на меня он не действует для моей кожи. Может, кому-то нравится, кому-то подошел. Я его в помойку выкидываю. Потом тоже я выкидываю вот эти полоски для очищения пор, носа и подбородка. Флоресан. Вообще не действуют. Они со временем... Даже если полежат неделю-две, высыхают. Полоски ни о чем. Просто, как вы наносите, особо не удаляют. Тут 10 штук. Типа, производитель обещает тщательно очистить кожу лица, смойте нос и подбородок водой, наклейте полоску. И оставьте полоску на 10-15 минут. Аккуратно снимите полоску. Ни о чем вообще, не чистит. Не берите. Далее использовала, как всегда, комплимент, моя любимая маска, актинопектинальным комплексом с салициловой кислотой для жирной и проблемной кожи. Глубоко очищает поры, улучшает состояние кожи, удаляет черные точки, минимизирует следы постакне. Очищает поры, да. После нее кожа такая свежая, очищенная, дышащая, увлажненная. И всего это стоит 25 рублей. Берите, девчонки. Продается... Ну, не везде, конечно, но я бы что-то в Ашане покупала. И вторая, это комплимент, тоже глубоко увлажняющая гелевая маска. Мне ее хватало на 2-3 раза, потому что тут много крема. Наносите на ночь, оставляете на 10-15 минут, и когда она подсыхает, просто остатки, ну, как бы распределяете по лицу, чтобы до конца впитала. Очень хорошо увлажняет, на следующий день кожа просто бархатистая. Еще мне очень понравилось... Фитокосметик, маска для лица, для всех типов кожи, увлажняющая огуречная. Прям она такая зелененькая с белым. Зеленый вот такой гель. Вы ее наносите, через 10-15 минут смываете. И даже когда вы наносите, вы чувствуете алоэ, огурчики. Оно как-то тонизирует, увлажняет. Такая бодренькая кожа становится. Мне она понравилась. Сок огурца, гель алоэ вера, петрушки даже здесь есть. Вот это неплохая маска. Хоть все хаят фито косметик, именно глиняные. Но я глиняные пока прекратила, фито косметика. А вот это мне как увидела, решил попробовать, и я довольна, буду покупать еще. Еще мне понравилась дегтярная очищающая маска для лица, для парной. Без парабенов, стоит она недорого 50 рублей, наносите на 10 минут и потом смываете, но иногда она подсыхает кожу, потому что после нее надо увлажнять. Да, она помогает с прыщиками, уменьшает поры, сама она по себе
Вот такая вот диктарная. Светло-коричневая, густая. Даже открываете, прям дегтярем, прям пахнет такой, ух, пробивной. Вот. Буду брать еще. Закончилась у меня маска, вот такая китайская. Я покупала в Монетке. С гранатом. Как укрепляющая маска для лица с экстрактом граната. Она увлажняет кожу, очищает лицо. Я ее использовала 2 раза, потому что очень она жидкая внутри. И внутри меня, знаете, что поразило? Что когда была маска, дополнительно к ней она лежала вот в этой штучке специально. Клееночка вот такая была. Сейчас, секундочку. Ну, я не буду ее просто... Ну, вы поняли, вот такая клееночка. Очищает, увлажняет, аромат обалденный. Мне она очень понравилась. Где, если я еще где-то увижу, меня просто Монетку закрыли, буду покупать еще. Это китайский производитель. Моя любимая маска Вилента. Биозолото, маска с матирующим эффектом на кристаллическом биозолоте. 25+. Коллагеновая маска. Вы сначала наносите маску 15-20 минут, потом смываете остатки и наносите крем коллагеновый увлажняющий. После нее кожа увлажненная, как будто отдохнувшаяся. Ну, мне нравятся вообще маски Вилента. Далее. Закончилась... Ну, я попробовала педикюрные спа-носочки. Одна пара, такие продаются в Ашане, они 120-130, абрикос. Надевайте на 20-30 минут и снимите маску. Остатки маски равномерно распределители кожи ног. После нее пяточки, ножки такие бархатистые, мягкие. Ну, мне кажется, это временный эффект. Не знаю, через несколько дней, 1-2 дня, как будто ты и не делал маску. Не знаю. Это надо, мне кажется, делать постоянно, покупать, ну, штук 10, чтобы, ну, хорошо так увлажнить. Делает это Корея. Вот. И я бы не сказала, что вот эти носочки белые, размер до 40, максимум 39 нога влезет, мне так показалось. Но, возможно, я еще повторю эту покупку. И просто я выкидываю 2 лака Avon. Они такого цвета, один как вино, другой синий такой переливающий. Просто я ими не пользуюсь, они у меня стоят без дела, потому что они такие цвета яркие. Вы сами знаете, особо лет такого не было. И я понимаю, что уже срок годности подошел. Я их, вон, видите, даже вот, они уже выкидываю. Ну, лаки из Avon. Они недолго держатся, видите, такой красивый. Просто выкидываю. Ну, не пользуюсь я уже ими. И последнее. Ой, она мне с чем-то испачкалась, ладно. Моя любимая тушь. Это Vivien Sabot. Она именно с яблоком для укрепления ресниц. Вот. До 300 рублей с чем-то стоит. Она обалденная. Вот такая кисточка. Просто она уже засохла, закончилась. Да, я повторю еще покупку. Мне нравится, что она удлиняет. И у вас ресницы как будто такие, знаете, бархатистые. Она удлиняет, разделяет ресницы. Они как будто ну, вот бархатом, знаете, вот. Бывают тонкие ресницы прям, или крупные, а они какие-то вот такие бархатистые. Мне так нравился этот эффект. Сейчас я другой тушью пользуюсь, но я стопудово еще куплю такую тушь. Очень довольна. Так что это все на сегодня пустые баночки. Жду от вас комментариев, лайков. Подписывайтесь на мой канал. Так что всем пока-пока!